Узбекистонда мотохавоскорлар клубы Витвин. Бізді ұшы Америка, Японияның классик мотоциклар, қызықадыген хавоскарлар бізді. Қылыңен еңгілілерін көріп, жүрден қайран болдық, оқыш үшін жаратырген шаруайтылы. Бізден тілді еткенде, бұл ескі Урал Харли Дэвидсон. Ойлимыз ке қазір, бізді ғайы қадымларын әнші білімі ашып, әнші, мысал үшін, Европадегі, Америкадегі үрінгі жүрден яқын, қамы шаруайтылы бар бұл нәрсіз. Қайсы кәсіп егесіз? Мен өзім банк соғасызды ішілемем. Шу оддей қайыпты іш күнлары, ішке кәкәп іштің барып ке ұрамызы. Декен бі ода іштен бұш байтларымызды, оқтыларымызды бұгенді. Яқынды Самарқанға барып келдік. Мен тәдбіркор ма? Сіз тәдбіркор, сіз че? Мен адвокат ма. Приятно удивило. Вообще оснащение, оборудование, классы для обучения. С такими передовыми технологиями безопасность на наших дорогах, конечно, будет на уровне европейской, я так думаю, в недалеком будущем. Что вы передаете окружающим тем, что вы ездите на байках? Ну, во-первых, это повышение, скажем, мотокультуры в нашей стране. Мы занимаемся мототуризмом. Очень каждый год практически, да, мы посещаем соседние страны, также встречаем мототуристов, гостей там, с дальнего зарубежья. Часто бывают гости с Европы, с России, с Казахстана. Мы представляем нашу республику как, скажем, как визитная карточка, да, в сфере туризма. У нас есть совместные проекты с госкомтуризмом. А кроме этого, мы занимаемся благотворительностью, посещаем детдома. У клуба на самом деле очень много занятий, да, мы не просто ездим, на самом деле достаточно редко ездим в городе, больше наши поездки это за город или с какой-то конкретной целью. В Ташкенте у нас мотокультура только развивается, у нас немного клубов, порядка 6-7, да, я знаю, что большинство клубов следят за дисциплиной. Я бы порекомендовал не разделять, скажем, мотоциклистов от автомобилистов. Это такой же транспорт, да, который, да, это участники дорожного движения. Но и как с автомобилистами, да, среди водителей мотоцикла также есть нарушители. То есть все не одинаковые, да, вы не хотели бы, чтобы по, скажем, чьим-то ошибкам судили за всех мотоциклистов, да. Ну, для этого есть закон, для этого есть вы, чтобы контролировать.